Следуйте, товарищи, сегодня у вас Asus, моделька у нас вот такая. Zenfone 3 Max, купил уже дисплей, ссылку на дисплей оставлю в описании, и там еще ссылочки, проходите, смотрите. Вот в таком состоянии дисплей, вот у нас новый дисплей. Так, сейчас фокусируем все, Zenfone 3 Max, ZC553KL. Уже раскрутил, правда, ну ничего. Так, скидываем заднюю крышку. Болты я уже выкрутил. Снимаем вот это. Снимаем аккумулятор, приклеиваем. Наклейка на основе тут. Отстегиваем шею, отстегиваем кнопки боковые. И снимаем плату. Вытаскиваем резиновую уплотнялку. Вот отсюда. И у нас в этом месте. Так, что вот так маленько. И в этом месте у нас находится шлейф дисплея. Убираем. Берем изопропанол и чистим рамку. Так, все, рамка чистая, маленько неровная, ничего страшного. Дисплей я за кадром уже проверил, все работает. Снимаем защитную пленку, берем клей и наносим на раму тонким слоем. Таким где-то. Здесь можно пожирнее маленько. На тонкие края. На верхнюю часть. И на второй тонкий край. Рамки очень тонкие. Клея можно перелить. И залить подсветку. Нам это, конечно же, не надо. Также берем, обезжириваем вот эти места. Вот эти места обезжириваем. И стыкуем начало шлейфа тачскрина. Тачскрина. Затем шлейф дисплея. И вкладываем рамку. Берем щепку. И, наверное, вторую прищепку возьмем. Так. А здесь мы, наверное, возьмем резиночку, чтобы маленько помягче придавливать. Так она придавилась у нас. Рамка неровная, повторяюсь. Но тем не менее придавилась. Так, еще одну резиночку. Ой, вот так. И вторую прищепку. Ждем высыхания. Так, пока у нас сохнет клей, в принципе, можно его проверить. Я уже его собрал. Яркость что-то маленькая. Но у нас батарейка вот разряжена еще 2 ватт. И, в принципе, тачскрин реагирует, отзывается нормально. Позвоню, правда. Ну, ничего.
Далее телефон собираем в обратном порядке, отдаем клиенту. Клиент будет доволен. А вам спасибо за просмотр. Не забываем то, что в описании под этим видео есть ссылочки на дисплей и на еще кое-что там. Не знаю, что накидаю, накидаю что-нибудь. Проходим, смотрим, переходим, покупаем. Всем спасибо, пока-пока.